Ребят, всем привет. В общем, хотел сделать небольшой видеообзорчик на Lenovo 800, как действует сам тач, точнее, как он в нашей ситуации поведет себя, реально ли он выживет после царапин, останутся ли царапины, и есть ли тут Gorilla Glass. В общем, давайте приступим, посмотрим, что оно собой представляет. Возьмем, к примеру, для начала ножик, покажу, что телефон полностью работает. Вот, если всем видно, все листается, все отлично. Если так присмотреться, царапин в основном не видно. Ну, даже нет, есть такого вот отпечатки пальцев. Если так посмотреть, есть отпечатки пальцев. Давайте сейчас приступим к простому способу. Царапать экран. Как видим, царапин вообще незаметно. Сейчас протру его, секундочку. Видим, что царапин нету. Скорее всего, возможно, Lenovo нас не обманывает. И тут реально Gorilla Glass стоит, скорее всего, первого поколения, не второго, но первого. Вот, если кто-то там не верит, или что-то еще, вот. Чуть поцарапаем. С ней хорошо даже поцарапаем. Обычный нож канцелярский. Ну, как видим, тут пленки никакой нет, это реальный тач. Ну, как видим, ничего, нормально. Возьмем ножницы, тоже острый предмет. Попробуем так поцарапать. Кстати, вот включу, чтобы вам интересно, что он до сих пор работает. То есть реально заявлено по ходу Gorilla Glass, я сильно так не умудрялся смотреть. Сейчас выключу, посмотрим, заметно ли царапин. То есть царапин, ты видим, я не вижу лично. Даже вот сейчас не на камеру, конечно, но не вижу я царапин, честно скажу. Хотя Lenovo неплохой продукт. И самая вот острая отверточка в нашем случае. Попробуем так. Ключей не было под рукой, так что так, берем отверточку. Вот видим, что на дисплее появляются разводы тут и все остальное. Вот. Видно, да? Появляются разводы тут, малеха. Сейчас попытаюсь на камеру сделать. Разводы появляются. Но в нашем случае ничего, все отлично работает. Поменял, правда, лаунчер сейчас. Но ничего, работает. И некоторые тут говорят, что я как бы сейчас... Говорят, что якобы вот этот бампер силиконовый, что идет в комплекте в основном, но я его за отдельную плату покупал, якобы не спасает при ударах там и все остального. То есть уже неоднократно падал телефон, но при этом все полностью работает. Мне кажется, заявлена вот такая вот фишка. Так что вот так вот. Ну, в общем, всем спасибо. Кому нравится, подписываемся, ставим лайки. Там, кстати, скоро выйдет на iPhone 5C обзор. Так что подписываемся, лайки ставим, да. Подписываемся, лайки. Лайки ставим. Ну, всем спасибо. На этом Lenovo наш с противоударным корпусом. Точнее, противоударным стеклом. Без царапин. Ждем новых обзоров. Пока.